Я приветствую вас на канале «Мамина пекарня». Сегодня мы будем готовить известное блюдо грузинской кухни. Называется оно чкмируле и представляет собой поджаренную курицу, запеченную в сливках с чесноком. Нам понадобится целая курица, и первым делом обработаем ее. Нужно удалить кончики крыльев, гуску, лишний жир, кожу. Вот эту, например, которая на шее, я обычно удаляю. У меня есть шарик, бобик, как еще назвать, который все это очень любит и с удовольствием поедает. Ну вот, в принципе, и все. Тут еще жир остался, он нам ни к чему. После того, как удалили все лишнее, курицу нужно резать напополам по грудке, перерубив при этом реберные косточки. Вычистим все внутренности. Теперь разделим по хребту напополам. И каждую половину еще раз напополам. То есть у нас должно получиться 4 большие части. Косточку от грудки, которая находится посередине, я тоже вырезала. Теперь каждую часть нужно хорошенько отбить молотком. Но не прямо так, чтобы до отбивной, а чтобы размягчились волокна, она хорошо промариновалась и быстро прожарилась. В растительное масло добавим соль и черный перец. Все перемешаем и натрем этой смесью наши четвертины курицы. На несколько часов нужно отправить мариноваться в холодильник, а лучше даже на ночь. Накрыть пленкой или сложить куски курицы в пакет. Я накрою пленкой и убираю в холодильник. Прошло пару часов, мы можем продолжить приготовление нашего блюда. Для этого обжариваем курицу с каждой стороны до золотистой корочки на сухой сковороде без масла. Курица мариновалась с маслом, поэтому того масла, что мы взяли для маринада, будет достаточно. Кстати, курица у меня не маленькая, на 2 килограмма, и вся она уместилась в одну сковороду. Пока курица обжаривается с двух сторон до полуготовности, до золотистого красивого колера, мы с вами займемся ингредиентами для соуса. У меня здесь петрушка и кинза по полпучка. Это все нужно мелко порезать. Также в рецепт в состав входит пол чайной ложечки сушеной мяты. У меня не нашлась сушеной, но зато в огороде нашлась свеженькая. Я порублю ее вместе с зеленью. Как можно мельче. Давайте измельчим целую головку чеснока. Мяту, кинзу, петрушку и рубленый чеснок заливаем сливками. Сливки 10% жирности. Добавляем сюда молотый кориандр и специи уцко-сумели. Если таковых не найдете, замените на ложечку хмели-сумели. Также соль по вкусу. Первоначально добавлю пол чайной ложечки, затем попробую и отправляю все на плиту немножко потомить. Курицу обжариваю со второй стороны, ну, где-то по 10 минут с каждой стороны. Затем будем запекать соусом в духовке при температуре 200 градусов около 20 минут. Куски курицы я выложила в удобную, подходящую по диаметру форму для запекания. И жирок, который выделился при жарке курицы, вылила сюда же в форму.
В Грузии это блюдо традиционно готовится в глиняных сковородочках с толстыми стенками. Называются они кицы. У меня такой не нашлось. Надеюсь, в скором времени обзаведусь. Поэтому в домашних условиях готовим в духовке. А так на открытом огне, конечно же, запекается в глиняной посуде. Заливаем соусом. Пол чайной ложки соли мы добавляли. Я добавила еще небольшую щепотку. Зелень попрячу внутрь, чтобы она не сгорела. Отправляем в духовку на 20 минут, а там посмотрим, может быть, еще немного подпечем. Курочка чикмирули по-грузински готова. Подается такая курочка с красным луком или с овощами, обязательно с лепешкой. Лепешка смачно обмакивается в чесночно-сливочный соус, ну и остается только насладиться таким грузинским блюдом. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте оставлять свои комментарии. Всего доброго!